Всем привет! Смотрите, как освободить место на диске в операционной системе macOS. От объема свободного места на системном диске Mac может зависеть скорость его работы. Со временем на Mac может падать производительность, и он начинает работать медленно. Дело в том, что если системный диск достигает примерно 80% своей емкости, Mac станет заметно медленнее. Поэтому важно знать, как очистить системный диск, тем самым ускорив его работу. Есть множество сторонних утилит, которые смогут очистить ненужные файлы автоматически, но зачастую они являются платными. Далее в видео я покажу, как вручную найти и очистить системный диск вашего Mac. Первый способ очистки места на диске – удалить ненужные файлы. Зачастую пользователи скачивают большие файлы из интернета, которые со временем становятся забытыми и ненужными. В таком случае в первую очередь следует почистить папку загрузок. С помощью данного способа выполним поиск больших файлов. Для быстрого поиска и удаления файла воспользуемся поиском. Откройте Finder и перейдите в домашнюю папку Shift Command plus H. Здесь нажмите сочетание клавиш Command plus F, чтобы открыть окно поиска. Кликните по первому раскрывающемуся списку и выберите другое. Установите отметку напротив «Размер файла». Теперь в следующем раскрывающемся списке выберите «Больше». Измените размер файла на 100 МБ. Теперь выберите все, что вам не нужно, и удалите его в корзину. Таким же способом вы можете удалить файлы, которые давно не использовались. Вместо поиска по размеру файла выберите «Последняя дата открытия». Затем выберите «До». Измените дату на год назад. Также удалите ненужные. Аналогично можно очистить и рабочий стол. И после удаления нужно очистить корзину. Правой кнопкой «Очистить». Если вам не удалось освободить таким образом много места, проверьте информацию о хранилище. Откройте настройки, основные, хранилище. Как видите, здесь по категориям вы сможете определить, что занимает место на системном диске компьютера. Документы. Здесь вы сможете посмотреть, какие большие файлы занимают место на диске, загрузки и неподдерживаемые. С данного меню вы сможете удалить те, которые больше не нужны. Для этого просто выделите файл и нажмите «Удалить». И для подтверждения кнопку «Удалить еще раз». Для просмотра файла кликните по нему два раза, чтобы открыть его в Finder. Или кликните по кнопке «Показать в Finder». Для удаления файла в Finder кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Переместить в корзину». Для удаления, минуя корзину, сочетание клавиш Command Option Delete. Файлы при попадании в корзину также будут занимать место, поэтому ее нужно регулярно очистить. Для очистки корзины кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите «Очистить корзину». Будьте внимательны, после очистки будут затерты все перемещенные в нее файлы, поэтому вернуть их без стороннего программного обеспечения будет невозможно. Также в этом меню вы сможете посмотреть, какой объем диска занимает музыка, приложение, файлы iOS, какой объем занимает сама система и системные данные. Для просмотра конкретных файлов кликните по кнопке I. Здесь вы сможете определить ненужные и удалить их, чтобы освободить место на диске. Также при заполнении системного диска Apple предложит свои методы экономии места. Если есть рекомендации по уменьшению объема хранилища, вы увидите их под программой. К ним могут относиться «Хранить в iCloud», оптимизировать хранилище и автоматическая очистка корзины. Как видим, системные файлы очистить нельзя, но именно в системных файлах хранятся часть ненужных файлов, так называемый мусор. Некоторые пользователи заявляют, что системный мусор может замедлять работу Mac. Различные устаревшие файлы, кэш браузера, локализация приложений и старые резервные копии. Удаление системного мусора вручную довольно долгий процесс, так как требует его поиска. Вручную вы сможете удалить разве что старые резервные копии тайм-машин или очистить кэш браузера в настройках. Для очистки мусора можно воспользоваться бесплатной утилитой CleanMyMac. Загрузите ее с App Store на свой Mac.
Затем перейдите в раздел «Системный мусор» на боковой панели. И после запуска сканирования нажмите «Посмотреть подробности», чтобы увидеть, что обнаружила программа, а затем нажмите «Очистить». Если вы не хотите использовать стороннее приложение, давайте рассмотрим, как это сделать вручную. При активном использовании интернета диск компьютера заполняется различными временными файлами. Это запись истории и ссылок сайтов, которые его посещали. В браузере Safari откройте настройки, перейдите на вкладку «Дополнительно» и установите отметку напротив «Показать функции для веб-разработчиков». Далее перейдите в меню «Разработка» и выберите «Очистить кэш». Таким образом, вы очистили ненужные файлы браузера, тем самым освободив место на системном диске. Удалив ненужные системные файлы, пришло время почистить медиафайлы. Зачастую пользователи хранят различные фото и видео на своем Mac. Это приводит к заполнению диска и недостаче свободного места. В таком случае лучший способ сохранить их в iCloud или на внешнем накопителе. Для переноса фотографий в iCloud откройте главное меню Apple, об этом Mac, подробнее, настройки хранилища. Нажмите «Сохранить в iCloud» и выберите, что вы хотите сохранить. И затем нажмите «Хранить в iCloud» еще раз. Бесплатный план iCloud позволяет хранить до 5 ГБ данных. Если объем больше, можно сохранить их на съемном носителе. Для переноса файлов на внешнее хранилище откройте Finder, меню «Переход», «Личное». Здесь выделите папку, к примеру, изображение, и перенесите ее на съемный носитель. После этого вы сможете их удалить на системном диске, чтобы освободить место. А теперь вернемся к рекомендациям системы. Оптимизируем хранилище. Активация данной опции позволит предотвратить засорение диска. После активации будут удалены просмотренные фильмы и телешоу. Для активации нажмите «Оптимизировать» в настройках хранилища. А если вы забываете регулярно чистить корзину, здесь можно активировать ее автоматическую очистку. Удаляя файлы в корзину, они накапливаются до больших размеров, и если ее не чистить, она может занимать большой объем. Кликните по кнопке «Включить», после чего объекты, которые находятся в ней более 30 дней, будут удалены автоматически. Еще один из способов освободить пространство на диске – удалить неиспользуемые приложения и их остатки. Для удаления приложения откройте Finder «Программы». Кликните по приложению, которое хотите удалить правой кнопкой мыши, переместить в корзину, после чего оно будет удалено, и для освобождения места очистите корзину. Некоторые приложения macOS имеют файлы настроек и поддержки приложений, и они могут существовать в разных местах на вашем Mac. В этих случаях для очистки потребуются сторонние утилиты. Если вы храните на своем Mac резервные копии iPhone, освободить место можно, удалив их старые версии. Откройте Finder, меню «Переход», «Переход к папке». Вставьте этот путь и нажмите клавишу «Return», а затем переместите папки в корзину. Еще один из методов – освободить место, используя сжатие файлов. Откройте Finder и перейдите в папку, где хранятся файлы, которые можно сжать, в архив, к примеру, раздел «Документы». Зажмите клавишу Command на клавиатуре и выделите нужную папку, а затем выберите «Сжать». При этом исходный файл остается нетронутым. И как только файлы будут сжаты в архив, исходную папку можно будет удалить. После завершения, для экономии места, вы можете перенести архив на внешний диск. Еще один из способов очистки диска – поиск дубликатов файлов. Существует ряд причин, по которым у вас появляются много дублирующих файлов, но такие файлы могут занимать достаточно много места на диске. Для их быстрого поиска придется воспользоваться сторонними приложениями, но для некоторых файлов поиск можно выполнить вручную. В приложении «Фото» дубликаты изображений можно найти вручную. Откройте приложение «Фото»,
найдите и поочередно выберите фотографии, которые необходимо удалить. Для их удаления кликните правой кнопкой мыши «Удалить». Удаленные фотографии будут перемещены в папку «Недавно удаленные». Чтобы полностью удалить фотографии, перейдите в папку «Фото», прокрутите вниз и выберите «Недавно удаленные». А затем удалить все. Также найти дубликаты файлов в системе можно с помощью функции Smart Folders Finder. Запустите приложение Finder и в меню выберите пункт «Файл», «Новая Smart папка». В правом верхнем углу нажмите кнопку «Плюс». Дубликаты файлов будут отображаться в режиме поиска по имени. Посмотрите и удалите дубли. Еще дубли файлов можно найти с помощью терминала. Этот метод вполне работоспособен, но иногда может пропустить некоторые файлы. Откройте терминал. Для примера просканируем папку загрузки. Введите команду cd downloads. Это команда для перехода в нужный каталог, где будет выполнен поиск дублей. Затем введите следующую команду. В результате будет создан txt файл, который будет сохранен в том же каталоге, где выполняется поиск дублирующихся файлов. Проверьте файл на наличие дублей и удалите их. Если в процессе очистки вы потеряли важные данные, восстановить их поможет программа Hetman Partition Recovery. С ее помощью вы с легкостью сможете вернуть случайно удаленные файлы с вашего Mac. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, теперь у вас есть несколько эффективных способов освободить место на вашем Mac. Регулярно проверяйте и удаляйте ненужные файлы, очищайте кэш и старые резервные копии, а также используйте встроенные инструменты macOS для оптимизации пространства. Поддержание свободного пространства на диске поможет вашему компьютеру работать быстрее и эффективнее. А на этом все. Надеюсь, данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.